друзья, мы продолжаем путешествовать. Сейчас находимся в провинции Краби, в местечке Клонг Муанг. Отправляемся за покупками на рынок и покажем вам, что интересного продается, какие продукты, какие фрукты, какие овощи. Будете с нами делать покупки. Не переключайтесь, будет очень интересно. Итак, мы приближаемся к рынку. Рынок находится по дороге к центральному входу на пляж, сразу за мечетью. Рынок работает в понедельник и в пятницу. И давайте посмотрим, что тут интересного есть. Продается кукуруза. Кукурузу мы купили сегодня утром на этом же рынке за 25 бат за килограмм. Это 50 рублей. Салат 80 бат. Мандарины 40 бат. Манго спелая 50 бат. Зеленая 40 бат. Что тут? Шашлычки по 10. Сок из тростника 25. Блинчики можно купить. Сосисочки, креветки. Все по 20 бат. Такие шашлычки вкусные. Ананасы, в зависимости от веса, 30, 25 и 20 бат. Зеленого цвета это для салата, желтого цвета сладкие и вкусные. Арбуз 30 бат по арбуза. Это лапша такая разноцветная. Бананы, связка 30 бат. Это 60 рублей. Такие сладости продаются из пальмового листа. Внутри рис. Помело 40, маленькие мандаринки 50, папайя 50 бат, хурма 50, китайское яблоко 70. Колобки всякие. Ананас по 15, да. Надо взять по 15 и по 20. Джетфрут 20, вот такая маленькая. Вот так выглядит джетфрут. Будешь? Да. 40 есть по 50, хорошая. Вот салат для салата. По 50 у нас продаются. Да? Ну, по 40. Я не видела. Ну, это получше. Ну, да. Яблоко 80. Пасион 80. Папайя 40. Ребята, вот такие маленькие фруктики. Не знаю, что это такое. Если знаете, пишите в комментариях. Очень активно местные раскупают. Не знаем, да. Что это такое. Рябина не спелая. А вот. И здесь горох такой, всякая зелень. А вот это что такое? Спаржа. Спаржа? А, это, наверное, знаешь, типа нашей фасоли. Фасоль? Наверное. А вот это что за трава? Пахнет не очень. Вот, такую хорошо берут. Ну, берут, мы-то не знаем. Пошли. Блинчики вот такие вкусные готовят. Блинчики по 10 бат с разной начинкой. Тут пекут пироженки всякие. С кокоса. И суши по 5 бат. Но мы не рискуем по жаре такие брать. Тушеная рыба, вяленая по 20 и по 50 бат, большая. Курочка 15 бат. Продается цветок банана и джетфрут.
продается. Ананас по 20. Так выглядит джекфрут почищенный. По 40 бат пакетик. Вот такие баклажанчики. Зеленые баклажанчики маленькие. Зелень. Вот нам надо зелень взять. Зелень всяческая. Нам не нужно. Тут такая лимонная трава. Вон кинза есть. Яйца 10 штук 50. Яйца будем брать? И по 47. Так же. Попробуй, попробуй. Ну давай возьмем. А креветок? Давай креветки возьмем. Креветки большие. 280. Ну не знаю. Думаю, что свежие. Не знаю, можно взять. Крабы, вот, крабы 300 стоят связка. Ред снайпер 120 рублей. Это вот, как мы с тобой брали? 90. Телепопия. Кальмары 90. Креветки 90 за полкило. 130 за полкило и 120 за полкило. Купили вот такую рыбу, типа селедки. Название не знаем, посмотрим в интернете. Если знаете, пишите в комментариях. Достаточно большая, одна рыбина стоит 50 бат. Что денег? Крабики всякие. Видишь? Рыба копченая, соленая. 3 на 50 бат пучка. Маракуйя. Маракуйя. И мандарины 50 бат. Маракуйя 65 бат. Мы закупились, купили свежую рыбку, креветок, мидии и что еще? Баклажаны купили, зелень. Этот рынок достаточно маленький по сравнению с центральным воскресным рынком. Поэтому здесь ассортимент не очень большой. Покажем вам позже воскресный. В воскресенье сходим и покажем. И сейчас от нас закат. Идем встречать закат. Сейчас мы идем. Время без 26 вечера. Как видите, пляжи достаточно пустынные. Вот с одной стороны покажу. В море вообще никого нет. Хотя водичка отличная купаться сейчас. И вот, пожалуйста, вторая часть пляжа. Тоже сейчас прилив, а рядом вот там впереди Пхукет, где очень много народу. Если вы любите тусовку, то вам туда. Здесь больше отдых, релакс. Много ресторанчиков. Давайте посмотрим, какие цены есть здесь. Коктейль 170 бат, пиво 80, 120 бат. Еда, морепродукты 250, креветки, крабы 320. 350-400. Том-ям, большая посудина, хот-пот 500 бат. Жареная картошка 100 бат. Достаточно дорого. 140, 120, 150. Thank you. Так вечером выставляются столики. И можно у моря посидеть. Hello.
остановитесь. Народу никого нет. Время 15 минут 6. И пляжи достаточно пусты, как я говорила. Время заката. Такая красота. Нет? Рыбачки пустые возвращаются. Парень готовит лодочку завтрашнему дню. Вечер, красивый закат. И мы вышли прогуляться, показать, какие красивые тут закаты. Не каждый раз, каждый день по-новому, потому что все зависит от количества облаков и солнышка. Пляж, народ занимает места, чтобы встретить закат. Мы идем и по мере того, как садится солнце, покажем вам красоту пляжа. Oh, man.